С 1 января 2023 года в Республике Дагестан все государственные услуги социального фонда будут оказываться в объединенных офисах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Уточнить действующие адреса, по которым могут обратиться граждане, указаны на странице отделения Республики Дагестан на сайте Пенсионного фонда России. А также оформить услуги можно будет на онлайн-портале госуслуг. Отметим, что объединение фондов проходит по всей России. Оно связано с предоставлением комфортных условий для получения выплат и помощи. Теперь со дня действенности программы не нужно будет обращаться в различные инстанции, что значительно ускорит оформление выплат за счет того, что не потребуется делать межведомственные запросы. Все персональные данные граждан уже хранятся в цифровом формате и надежно защищены. Никаких изменений в эту информационную систему в связи с объединением фондов не внесены.